Так, всем привет! Мы сейчас будем солить рыбку. Вот, покажи, сколько они. Да, тут вот небольшой вот улов такой нам это достался. Мы... Это, кстати, рыбу мы не в магазине брали, а... Мой старший брат... Зять короче, подарил. Да, мой брат, короче, он ловил, и он нам дал на пробу покушать. И это. Сейчас мы, короче, посолим. Сегодня у нас будет рыба. Кстати, мы будем солить. И... Но сначала, да, просолить надо, чтобы оно просолилось как следует. А вечером мы подумаем, как ее пожарить, соус пожарить, просто съесть. Потом соусы мы, конечно, это вечером будет видно. Или сковородки мы пожарим, или, не знаю, ну, или, короче, мы посмотрим. Или в печке, ну, там всё, посмотрим. Я солю. А если хочешь, мы можем сделать в скляре, как в прошлый раз я делал. Одну только рыбку сделаем, или две в тесте. Ну, мы нет, это... а тут раз немного не сделаем. Так мы только две рыбки сделаем. Ну, мы, короче, мы еще решать будем, что и как сделаем. Может, спонтанно решим. Я, может быть, даже специальный соус сделаю, в котором рыбу можно будет замешать. Ну, так она перемешала. Ну, кстати, рыбка хорошая, да? Он хорошую наловил. Так, тут вот. Такая вот она выглядит. Селедка местная, кстати. Это... Мы, наверное, пожарим сковородку и что-нибудь, картошку сварим. И... Ну, я еще что-нибудь да. посмотрю, а что пару рыб. Ну, мы, короче, какой-нибудь рецепт новенький, у меня пару есть там заначки, надо попробовать. Мы поставим, потом вечером посмотрим. Так, мы вот солили рыбу. Ну, она уже, да, хорошо посолилась. Пока мы свои дела делали. Прежде чем я жарить буду, я хочу сказать своему брату большое спасибо, что он... нам дал на пробу, что покушать. Я знаю, что он нас смотрит и увидит. Короче, тебе большой привет и спасибо еще раз. Так, наступаем жарить. Приступаем. А, кстати, мы... Я сначала делаю с мукой, чтобы она потом такая вкусная... Ну, как обычно, в муке обваливать, да. Вы заметили, мы только ничего, кроме соли, не добавили. Это, то есть... это соль. На немецком эта рыба называется херинг, а на русском вроде бы селедка. Селедку когда делают, да, то там ничего кроме соли вообще не используют. Так же самое, когда ее коптят, ее просто посолили. Господи. Да, просто рыбу посолили и сразу это коптят, а то даже и не, это, и не солят. К примеру, у меня зять, он их вообще положил. Как говорится, в эту свою мини-коптилку целиком, как они есть, закоптил, и очень вкусно он получается. Хорошо делает. Это тебе похвала, Вовчик. Да, кстати, его звать Вова. Тоже недавно, вернее, канал он раньше мы открыл, только это развивается, короче, потихоньку у него тоже. Так. Ну, это, в принципе, видите, стандартно. Дело в том, что вот это эту, да, вот эта селедка, если она долго полежит сама, да, то она начинает изнутри размягчаться. Сейчас мы вернем. Ну, где-то жарить примерно, ну, сколько? Минуты 4 жарили ее. То есть, это знаете, из-за чего так долго жарят? Я осторожно поворачиваю, чтобы не шпарить. Да, ее так немножко долго жарят, это из-за того, чтобы корочка вкусная была. И то, видите, она сильно не зажаривается, эта рыба. Потому что она уже, в принципе, уже как вот она вот ее, видите, да, там лежит, она уже практически готовая. Ее посолил, дал полежать и можешь есть эту рыбу. Да, тут это... Мы сейчас пожарим, и наконец-то я потом дальше буду жарить. Угу. Короче, выключена, да? Потом на маленький. Хорошо. Так, теперь мы их вытаскиваем, пока они сейчас вот черные станут. Да, это, как я говорил, это херинг и селедка, да, она быстро готовится. Долго так жарить не надо. Их, в принципе, как ранее говорил, посолил, дал полежать и можешь так есть. Вот так оно, в принципе, у нас хорошо получается, выглядит, да? Хорошо гостям подавать ее.
немножко на мойву похожи и на этот, на еще одну рыбешку, да, только это здоровая. Так. Так, тогда я буду дальше жарить, мне еще вон сколько жарить надо, ну, там включимся.